Всем привет! Распустился фаленопсис GD Green Sweet и хочу поделиться с вами его цветением. К сожалению, не могу передать на камеру и его божественный аромат. Пахнет он ландышами. Невероятно стойкий аромат, причем довольно-таки сильный. Держится в основном в первой половине дня. Сами по себе цветы не очень крупные, округлой формы. В начале цветения они имеют такой салатовый оттенок и через какое-то время начинают желтеть. Это ближе к отцветанию. Вот видите, сейчас такой вот желтоватый оттенок. Как только я подхожу к нему, создаю немножко тень, он становится салатовым. Вот это его на данный момент реальный цвет. Белая губа, белая серединка. Правда, серединка становится еще больше по площади белой, ближе к отцветанию. Очень нравятся лепестки волнообразные. На нижних сепалиях, как вы видите, есть коричневые штрихи, которые на солнышке искрятся. Сам цветок неплотный, я бы сказала, очень даже такой обычный по своей структуре, сахарный. Искрится, конечно, на солнышке, как все сахарные фаленопсисы. Смотрите, какое чудо. Но больше всего, конечно, мне нравится именно его аромат. Сам по себе цветок еще по форме напоминает цветы фаленопсиса Кришны. Те, кто имеет в коллекции, наверное, знают это растение. Я его приобретала где-то 2 года тому назад. И приехал, когда малыш, по-моему, был свежий из фласки. Я тогда, конечно, разочаровалась и думала, когда же он зацветет. И буквально через 2 года, в этом году весной он у меня начал... Нет, вру, в прошлом году он начал наращивать цветоносы, но, к сожалению, он их не дорастил, остановил развитие. Я думаю, что это, скорее всего, было из-за того, что я не полила его вовремя. То есть во время цветения их не нужно подсушивать, иначе они начинают сбрасывать либо бутоны, либо просто не продолжают развитие цветоносов. Листья у него слегка серебристые, очень красивые. Держу я его посаженным в сфагнуме. Внизу горшка есть немножко личузепон. Этот горшок я сделала самостоятельно по принципу автополива. К сожалению, шнурки со временем зеленеют, чернеют, желтеют. В общем, меняют свой первоначальный вид. Как видите, корни хорошо развиваются. Поливаю я... Ну, в таком субстрате я наливаю воду во второй горшок на дно немножко. И фитильным образом они набирают влагу. Мох становится влажным равномерно по всему горшку. Не обязательно сажать его именно по такому принципу. Просто мне было так намного удобнее. Листья. Обожаю листья. Очень красивые. Невероятно. Просто глянцевые. Само растение небольшое, по крайней мере, на данный момент. А листья, хочу сказать, что выросли намного больше. Когда я приобретала его, у него были листья где-то 3-4 сантиметра максимум в длину. Сейчас они достигают больше 12 сантиметров. Это все, что я хотела сказать про это растение. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока!